Здравствуйте! Сегодня наша тема – жиросжигающая тренировка, круговая тренировка. Я Ирина Терновая, Богдан Петренко. Привет вам! И мы рады вас снова удивить и показать вам хорошие новости про спорт. Да. Круговая тренировка – это тренировка, очень эффективный метод жиросжигания и увеличения функциональных возможностей вашего организма. Мы подберем несколько упражнений. Главное в круговой тренировке – выбирать упражнения на различные группы мышц. Таким образом, мы ускоряем весь метаболизм, ускоряем обмен веществ в организме, задействуем больше калорий, потому что сжигаем больше жира за счет привлечения большего количества мышечных групп. Первое, основное, мы будем делать основные базовые упражнения, которые можно сделать в тренажерном зале с небольшими весами. У нас будут приседания со штангой, жим штанги лежа, тяга верхнего блока и жимы гантелей вверх. Вес можно, значит, подбирать, если штангу вы не можете поднять, значит, соответственно, берите гантели для жима, вместо армейского жима выполняйте жимы гантелей вверх. Если не можете сделать жим штанги лежа, выбирайте гантель поменьше вес, жим гантелей лежа. Мы выполним со штангой, а вы уж смотрите сами по своим возможностям. Итак, у нас будут выполняться 4 упражнения. Каждое упражнение будет выполняться по 20 раз. Между упражнением будет незначительный отдых в пределах перехода к следующему снаряду, который будет составлять примерно 5-10 секунд. После этого у вас 40-60 секунд отдыха, и потом следующий круг, и таких кругов у вас должно быть 8. Если за 60 секунд вы не можете восстановить дыхание или пульс нормализировать, значит, соответственно, увеличьте немножко, чтобы пульс пришел в нормальную зону сердцебиения. Если чувствуете, что готовы в течение 40 секунд приступить к выполнению следующего круга, все, вперед, навстречу победам. Итак, первое у нас приседание, 20 раз, поехали. Вес небольшой, правильная техника, дыхание соблюдаем, 20 приседаний. Двадцать жимов штанги, в максимально быстром темпе ты должен жать, максимально быстро, 20 раз. Сразу сюда переходишь. И жим гантелей. Если у вас нет возможности посетить тренажерный зал, не беда. Мы сейчас вам покажем комплекс, который можно выполнить в домашних условиях. Да. Первое. У нас будут бурпи, приседания, скручивания, отжимания от пола и скалолаз. 5 упражнений. Также мы их будем выполнять 20 повторений с 10 секундами отдыха. Конечно, кругов здесь у нас будет меньше. Где-то у нас будет 5-6 кругов, потому что упражнение, количество упражнений будет добавлено. Вы управитесь таким образом. За 30 минут в домашних условиях, 30 минут посвятить своему здоровью, красоте, это вообще минимум, что вы обязаны просто сделать. Итак, первое. Приседание, бурпи. Давай. И прыжок. Две ноги одновременно к себе и прыжок. 20 раз. Есть. После этого делаем 20 приседаний. Двадцать скручиваний. Вперед смотри. Данчик, вот так подними. Лучше 5 раз вот так вот впереди смотри. И теперь для решения проблем абдоминальной зоны, когда здесь вот так называемый кружок, очень хорошо подходят скалолазы. Поехали. Богданчик устал, но он собой доволен. Он выкладывается на каждой такой трешке. Поэтому вы всегда помните, что отсутствие зала – это не оправдание. Было бы время и желание. Желание изменить себя. И тогда у вас все получится. Все. Всего доброго. Всем добра. Скорых встреч. Изменяйте себя к лучшему. Стремитесь к совершенству. Всего доброго. Пока.